сваякі асуджаных за наркотыкі вельмі вельмі чакалі на паседжанне беларускіх парламентарыяў. Меркавалася, чакалася, што напрыканцы снежня 19 снежня будуць прыняты папраўкі ў крымінальны кодэкс, паводле якіх будзе зніжаны ніжні парог пакарання і з 8 да 6 гадоў. І вы вельмі вельмі спадзяваліся, што так усё адбудзецца. Я ведаю, што гэтага не адбылося, што вы вельмі моцна расчараваныя. Скажы, калі ласка, чаму не разглядаліся папраўкі ў крымінальны кодэкс по 328 артикулу? Ну, я думаю, потому что противниками смягчения наказания выступали очень влиятельные органы государственные. Это МВД и Верховный суд. На протяжении всей кампании подготовки к первому чтению, ко второму чтению, в процессе согласования этого законопроекта и МВД, и Верховный суд высказывались категорически против смягчения наказания по 328 статье. И вот я думаю, что это явилось причиной нерассмотрения во втором чтении поправок в 328 статью. Но мы разочарованы не только поэтому, а потому что вообще, ну, на каком основании это сделано, кто это сделал, как это произошло. Я думаю, что незаконно совершенные законопроекта о внесении изменений в некоторые кодексы были вычленены, изъяты поправки именно к 328 статье. Скажи, пожалуйста, это был некий официальный комментарий официальных особ, которые бы потлумачили, чему не здарилось вот разгляд именно 328 артикула? А я думаю, что если бы мы туда не приехали 20 числа, и не было бы никакого официального комментария. Хотя, вот, пожалуй, поправлю сам на себя, видела интервью какому-то государственному средству массовой информации Чекана Василия. Он говорил о том, что поправки изъяты, потому что в 328 статью, потому что они не прошли полного согласования, не одобрены МВД и Верховным судом. И, в принципе, при встрече, при разговоре с нами, когда 20 числа родственники осужденных приехали в Палату представителей. Это была ваша первая реакция, когда вы доведались, так, расскажи. Ой, это был шок, это был какой-то кошмар. Как так? И решили поехать в Палату представителей, узнать, почему изъяли поправки в 328 статью. Кто это сделал, по чьей инициативе, и что же будет дальше? Сколько у вас было? Ой, не знаю, больше 30, наверное, 30, человек 35. 30 мамок, так, приехали. Да, наверное, человек 35, не меньше. Не все зарегистрировались, у меня где-то фотография регистрационного листа. Вас пустили в палату представников? Да, пустили. Мы попросили встречи с Чеканом и с Михневичем, нам ответили, что идет сессия. Никто к вам не выйдет, они все-таки депутаты, они выполняют свои обязанности. К нам пришел, вот, к сожалению, не помню фамилию. Ну, видимо, он администратор, честно забыла фамилию этого сотрудника. Вот. Я до вас пришел, да? Да, да, и объяснял, что депутаты на заседании, и вас никто не может принять. На что мы ответили, что, в общем-то, мы никуда не спешим, мы приехали сюда со всей республики и подождем, может быть, обеденный перерыв какой-то, может быть, конец рабочего дня, и они все-таки будут выходить. Вот, и мы тогда сами подойдем и к Чекану, и к Андрейченко, мы хотели с Михневичем встретиться, и с Андрейченко, попросить продление сессии, чтобы вернули в законопроект поправки по 328 статье и рассмотрели. Вот. Получается, потом, вот, как мне кажется, нам очень здорово помогла Татьяна Короткевич, экс-кандидат в президенты. Вот. Она поговорила с этим администратором, убедила его, что вы все-таки сходите, доложите Чекану, доложите Михневичу, доложите Андрейченко, и давайте мам пустим в помещение, потому что, ну, зима, холодно. Лена, вот, а она чему, помогла. Лена, а чему ты лечишь, что вы, ты и ваша супольность, вот, свояков осужденных за наркотики, лечите, что вы вправе приходите до парламентариев,
потребовать тлумачения там или просить тлумачения? Чему? Мы граждане. Мы граждане этой страны. Мы граждане, глубоко убежденные в том, что наши дети незаконно, жестоко, очень жестоко наказаны. Не в той мере, в которой они виноваты. Вот. А парламентарии, депутаты, они наши избранники, они представители народа. И мы приехали к своим избранникам получить ответ. Вот. Кстати, по поводу избранников, хочется от себя, вот исключительно от меня, и, ну, надеюсь, Жлобин меня поддержит, добавить об одном из избранники. Вячеслав Иванович Дьяченко, депутат от Жлобина, член Палаты представителей. Он единственный голосовал против этого законопроекта в первом чтении. Он единственный нашел в себе смелость встретиться с нами, с избирателями, объяснить свою позицию и рассказать, почему он голосовал против. Вот. И честь и хвала ему за это, спасибо от нас, от Жлобина, от меня, потому что он просто объяснил свою позицию. Он считал, что законопроект, что наша статья должна рассматриваться более расширенно, объемно, что нужно вносить изменения во все части, и это заслужит отдельного целого законопроекта, что недостаточно вот снижения на 2 года вот этих сроков. Что было далее? До вас все-таки вышел? К нам пришел Чекан и пришел Михневич. Мы задавали вопросы, кто явился инициатором изъятия, почему изъяли, потому что в нашем представлении этого быть не должно. Пока мы ехали, вот представители Гомельского региона, в Минск в поезде, мы обычно созваниваемся, кто там первый купил билеты, в каком вагоне, и потом едем по пути, обсуждаем все наши текущие вопросы. Мы изучали закон о национальном собрании. Вот. И там нигде не сказано, что какой-то отдельный орган, какое-то отдельное министерство может явиться инициатором отзыва изъятия законопроекта. Законопроект поступил в Палату представителей по инициативе Совета министров. Совет министров его туда спустил. Это инициатор законопроекта. Изъять его, тем более на стадии между первым и вторым чтением, может только инициатор законопроекта. То есть Совет министров может изъять законопроект, либо какие-то его части. Вот. И мы хотели узнать, кто. Нам отвечают, что МВД и Верховный суд против, а изъяли... В самом конце нашей беседы Михневич сказал, что изъяли по инициативе комиссии по национальной безопасности. Вот. Но они не являются инициатором законопроекта. То есть это сделано незаконно. Ни МВД, ни Верховный суд не могут изъять этот законопроект из Палаты представителей. Они могут высказать свое одобрение либо неодобрение, а принимать этот законопроект имеют право только депутаты. Их работа рассматривать представленный законопроект, а комиссия по законодательству по национальной безопасности, которая изъяла, ну, по словам Михневича, что это мы изъяли вот эти поправки, у них не было таких полномочий. Они нарушили законодательство. И получается, что орган, который обладает правом законодательной инициативы, орган, который должен творить совершенное, качественное законодательство, он сам нарушает действующее законодательство. Угу. То есть это не просто один там человек нарушил. Я не знаю, может быть, они по чьей-то инициативе, по чьим-то давлением. Может быть, они Шуневича боятся. Может быть, администрацию президента боятся. Я ведь не знаю, почему истинные причины нам не озвучены. Но, тем не менее, большущий коллектив, больше 100 человек, допустили нарушение законодательства. И что теперь, на твою думку, треба делать? В конце декабря собрались в Минске представители сообщества «Наше право», комитета «Наше право», для того, чтобы обсудить наши дальнейшие шаги. Ну и пока сошлись на одном. Когда-то еще весной юристами «Нашего права» разрабатывался законопроект о внесении изменений в 328 статью, по-моему, из 10 пунктов. Вот. И этот законопроект
При поддержке Анны Конопатской, она является депутатом и, соответственно, субъектом законодательной инициативы, был направлен во все заинтересованные органы для согласования. Он прошел уже согласование по всем заинтересованным организациям, осталось пройти криминалистическую экспертизу. Вот этот вот один шаг для того, чтобы законопроект был готов. И вот мы сошлись на том, что наверняка нужно это и делать, чтобы законопроект довести до ума, скажем так, получить криминалистическую экспертизу и попросить Анну Конопатскую как субъект законодательной инициативы внести его на рассмотрение Палаты представителей. Полный законопроект по изменению 328 статьи. Потому что в парламенте нам сказали, что ваши поправки в 328, в третью и во вторую часть, вот этот вот один пункт из того законопроекта, будут рассмотрены на весенней сессии. Но опять же, из закона о национальном собрании и из других законодательств мы знаем, что отдельно взятую часть отдельно взятой статьи Уголовного кодекса просто так депутаты не могут рассмотреть. Ее будут рассматривать в рамках законопроекта целого. А его еще нет. Его просто нет. То есть депутатам для того, чтобы рассмотреть правки в 328 статью, вот как их обещание, ну как они нам не обещали, не будем уже так говорить, как нам сказали, мы будем над этим работать. Вот, для того, чтобы над этим работать, нужно создавать новый целый законопроект по внесению изменений в Уголовный кодекс. Это требует огромного времени, а не хотелось бы, чтобы наши родные теряли надежду, проводили в таких беспросветных просто буднях свои годы в колонии. Мы очень надеялись, что многим ребятам удастся на 2 года выйти раньше. Вот, поэтому не хочется ждать. Ліана, зараз у Білорусі відбувається резонансна, доволі резонансна судова справа, яка тичиться летального ісходу після смерті дівчини у Мінську після сумісного вживання наркотиків. Неузабаві буде вирок одному чи двом, так? Ну, чи всіх цих компаній, здається ж, так? І я ведаю, що у вас, як у представників такої супольності, є багато питань, ви назираєте за цим процесом, і ви аналізуєте все, що відбувається на цьому процесі. Як ти можеш прокоментувати цей процес? Очень сложно его комментировать. Я сразу говорю, что я говорю только от своего имени. Ну, во-первых, я не присутствовала на судебных заседаниях. То есть я читаю в интернете информацию, которую преподносят журналисты, которые присутствуют на процессах. Вот. И исходя из того, что рассказывают СМИ об этих процессах, я делаю некоторые выводы. Вот у меня, ну, как минимум 2 самых главных вопроса к следствию, к обвинению и к самим участникам процесса, к обвиняемым. Мне непонятно, почему не предъявляют обвинения о склонении к употреблению заведомо несовершеннолетнего, потому что, читая материалы в интернете, ну, материалы по судебному заседанию, я обратила внимание, что каждый из обвиняемых во время допроса, во время показаний в суде сказал, что это не первый раз они употребляют наркотик, а употребляли месяцем ранее на дне рождения у девочки в июле. Вот. А событие со смертельным исходом произошло в августе. То есть все участники процесса говорят, что они употребляли наркотики, решение принято сообща, но там среди них 3 или 4 несовершеннолетних. Вот. И получается, ну, компания должна нести некую ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков. И я не понимаю, почему не предъявляют обвинения за предоставление помещения для употребления наркотиков. Потому что что первый раз, что второй раз,
употребляли наркотики на квартире у этой девочки. Но, может быть, только потому, что девочка погибла, к великому сожалению. Вот, то есть у меня такие вопросы. И, опять же, я могу сказать, что в Жлобине в 2017 году была аналогичная ситуация, где после совместного приобретения употребления наркотиков погиб парень. Вот, обвиняемый получил, ну, не буду говорить человек точно який, какую сумму. Человек, який фасовал, да. Фасовал наркотик, в смысле, смешивал наркотик. Да. Он получил какой-то очень бешеный срок. Я просто боюсь сейчас озвучить неверную цифру, поэтому не буду говорить. Но никак не меньше 15-18 лет. Он получил такой огромный срок, потому что его обвиняли по пятой части со смертельным исходом. Он вынику его на Да. И смерть. То есть событие произошло в 2017 году. В 2018 году был вынесен приговор по этому делу. То есть вот... Временной промежуток между двумя судебными заседаниями – полгода. Расстояние между двумя городами – 200 километров. В законодательстве за этот период не изменилось ни один пункт, ни одной статьи, ни одна точка не появилась, ни одна запятая не исчезла. Почему применяется законодательство по-разному, понимаете? Я еще о чем думаю, ничуть не за то, чтобы этих детей, которых в Минске сейчас судят, всех посадили поголовно на 15 лет, нисколько, нет. Они молодые, они совершили ошибку, им нужно помочь. Я о том, что невольно напрашивается вопрос, почему тогда другие ребята, вот как один наш земляк из Мозыря, да, за сбыт, сбыт в кавычках, цитрамона должен сидеть 9-10 лет. Преступление, которого по сути нет, за сбыт цитрамона нельзя наказать. Умысел невозможно доказать. И нет никаких жертв. И вот такие сроки. А, ну, мне кажется, это показательный процесс для того, чтобы несколько успокоить нас, сказать, что вот, граждане, закон у нас хороший, мамочки, вы молчите. Мы пересмотрели практику правоприменения, и сейчас мы вот это совместное употребление, пусть даже повлекшее за собой смерть, будем квалифицировать по первой части. Мы не будем лепить из этих ребят четвертую часть, обвинять их в организованной группировке. Вот. Исключительно для того, чтобы нас успокоить. Вы не протестуйте, но все равно какой-то внутренний протест, я только о себе говорю, прошу еще раз обратить на это внимание, внутренний протест какой-то есть. Я была в декабре на круглом столе, который информагентство «Спутник» организовывало, и представитель Следственного комитета, когда я говорила о том, что наши дети незаконно жестоко наказаны, незаслуженно жестоко наказаны за провокации, их провоцировали на совершение преступления, их подводили к преступлению. Вот. Он мне сказал, а как же ж матери, чьи дети погибли от передозировки? Мне не один раз об этом говорили. Меня, как котенка нашкодившего, тыкали носом вот в эту формулировку. А вы посмотрите матери, у которой погиб ребенок от наркотиков, в глаза. Что вы ей скажете? Как вы будете с ней общаться? Так вот, я всем официально говорю, извините за эмоции, за спиной моего сына нет кладбища. И теперь точно такой же вопрос я имею полное моральное право задать всем участникам проходящего в Минске процесса. Как вы будете смотреть в глаза маме погибшей девочки? Вот, вот это как раз такая ситуация. Вот. Закон един для всех. Пожалуйста, давайте будем беречь своих детей, будем внимательны друг к другу, будем справедливо наказывать. Ну и, разумеется, я бы хотела обратиться, не знаю уже, к кому обратиться, в чьих это полномочиях. Я убеждена, что дела наших детей на фоне вот этого процесса, особенно на фоне этого показательного процесса, должны быть пересмотрены.